Леневская взрослая библиотека встретила осень во всеоружии. Настала пора повышенной читательской активности, и в библиотеке есть чем порадовать своих посетителей. В нашем суетном мире, где все постоянно куда-то спешат, есть лишь какое-то время, когда человек может отдохнуть от забот. Именно в такие моменты, особенно в прохладные осенние вечера, так приятно присесть в уютное мягкое кресло, держа в руках чашечку чая, и положить на колени книгу и окунуться в дивный мир авторской фантазии. Но что делать, если книги давно перечитаны, а хочется чего-то нового? Значит, пора посетить храм книг, библиотеку. Мы рады представить вашему вниманию книжные новинки, поступившие в Леневскую поселковую библиотеку. Джордж Мартин, американский писатель-фантаст, автор известного цикла книг в жанре фэнтези «Игра престолов». 5 книг саги «Игра престолов», «Битва драконов», «Буря мечей» и «Пир стервятников» представлены в нашей библиотеке. Особого внимания заслуживает культовый бестселлер, по мотивам которого снят популярный сериал «Игра престолов». Основным местом действия является вымышленный мир, похожий на средневековую Европу. Это мир опасных приключений, тонких политических интриг и великих деяний. Это мир героев, драконов, магов и волшебников, и где благородные дома развязывают борьбу за трон 7 королевств. Олег Рой, российский писатель, автор мистических и психологических романов, детской литературы и публицистики. Двумя новыми произведениями «Шаль» и «Тот, кто стоит за плечом» представлено творчество нашего, творчество Роя в нашей библиотеке. Новым произведением новосибирского писателя Михаила Щукина является историко-приключенческий роман «Несравненная», посвященный памяти известной русской певицы Анастасии Вяльцевой, которая в 1906 году посещала Новый Николаевск. Роман «Несравненная» – это 5-й роман из серии «Сибириада». Отличается острым сюжетом, эмоциональной напряженностью. В нем показана красота, возвышенность чувств, все то, что называют национальным духом, которым наделена главная героиня романа Арина Буранова, несравненная, как называли ее поклонники. Всем любителям секретов, загадок, детективов мы представляем внимание произведения Антона и Евгения Грановских «Демоны райского сада» и «Конец пути». Грановский – одним из самых известных знатоков необъяснимых тайн и загадочных историй. Их произведения затягивают читателя, начиная с первых минут чтения, а интригующий сюжет заставляет снова и снова погружаться в мир фантастических приключений. Предлагаем внимание читателю наиболее ожидаемую новинку – книгу культового и всемирно известного писателя Харуки Мураками 1984, книгу о поиске жизненных ориентиров в мире размытых реальностей. Из авторов советской эпохи представлен Александр Андреев и его роман «Спокойных не будет» и Василий Шукшин. В книге «Крепкий мужик» собраны известные и любимые читателями рассказы Шукшина о простых деревенских людях, которые порой кажутся немного чудаковатыми, но обладающие широкой душой. Для любителей жизнеутверждающих и добрых историй о незабываемой любви предлагаются вниманию романы Ольги Карпович «Младший» и «Моя чужая жена» и сборник Натальи Нестеровой «Испекли мы каравай»,
где герои яркие и противоречивые, а их истории – это жизнь, полная приключений, с лавиной эмоций и чувств. Каждая книга на полках библиотеки – не только отдельно увлекательная история, но и часть огромного мира, полного интересных событий и приключений. Приходите в библиотеку и читайте с удовольствием.